Скумбрию размораживаем, отрезаем хвост, отрезаем голову по диагонали, захватывая плавники. Разрезаем брюшко, отрезаем плавники и удаляем внутренности и черные пленки. Тщательно промываем рыбку под проточной водой, филируем рыбку, делая надрезы вдоль хребта с двух сторон. Удаляем косточки. Аналогично поступаем со второй рыбкой. У меня вес каждой рыбки 250 грамм. Теперь каждое филе хорошенько обмакиваем в соли. Нам понадобится обычная каменная соль. Выкладываем филе одно на другое, укладываем в пакетик или удобный судочек. Сворачиваем пакетик и отправляем в холодильник на полчаса. Замаринуем лук. Нарезаем лук полукольцами. Мелко измельчаем несколько стеблей укропа, лук поливаем соком 1/3 лимона, добавляем 1/4 чайной ложки сахара и хорошенько перемешиваем все ингредиенты, слегка придавливая лук. Оставляем лук мариноваться. Рыбка просолилась, ее тщательно промываем под проточной водой и просушиваем бумажными полотенцами. Нарезаем на порционные кусочки. В блюдо для подачи выкладываем лучок, сверху рыбку, вкусная малосольная рыбка готова. Зовем домочадцев и наслаждаемся. А вам я желаю приятного аппетита.